еще что за куча? Я не хочу есть только чеснока. Мэри, нам с тобой очень не повезло. Чего? У меня тоже чеснок. Он такой гадкий. Блин, меня от него вырвет. Ха-ха, девчонки, я вам не завидую. А вот мне повезло, смотрите, какая у меня красотища. Всего один чесночок, такой я быстро съесть могу. Ты еще и издеваешься? Тогда ешь первый свой чеснок. Да легко, только сначала нужно очистить его от лишней шелухи. Для этого мне нужны лишь мои сильные ручки. Ого, да ты и правда очень сильная, респект. Вот именно, а теперь смотрите, как я буду его есть. И даже не поморщусь, смотрите и учитесь. Ой, фу. О, какая гадость. Это просто отвратительно. Теперь от меня будет вонять. Я это больше в рот не возьму. Нет, еще как возьмешь. Тем более у меня есть идея. Смотри, это чеснокодавилка. Очень удобная штука. Давай, Челси, открывай рот. Сейчас тебя ждет чесночная трапеза. Так, сейчас все положим. Давай, открывай. Нет, я не буду. Так, открывай рот, Челси. Вот, ты готова. Это просто отвратительно. Я никогда не пробовала ничего хуже. Что-то мне совсем плохо. Да, и нам тоже. Слишком воняет этот чеснок. Тебе бы жвачку пожевать. Точно, у меня как раз есть парочка, на. О, круто, спасибо, ты меня очень выручила. Вот и все, запах вроде пропал. Да, пахнет вкусно. Я рада, что помогла тебе. Теперь пришла моя очередь есть чеснок. Но зачем есть такую красоту? У меня есть идея получше. Смотрите-ка, теперь это не чеснок, а самое настоящее украшение. Между прочим, очень красивое. Ты нам зубы не заговаривай, давай ешь. Сколько бы ты с ним ни тряслась, все равно тебе придется его есть. Так что давай, делай это быстро. Ой, какие вы скучные. Раз вы так требуете, то я, конечно, его съем. Но немного по-другому, у меня появилась отличная идея. Так, для этого мне понадобится всего лишь обычный стаканчик. Теперь этот стакан поможет мне избавиться от шелухи. Нужно всего лишь потрясти стакан, вот так, и готово. Вот теперь такой чеснок, и есть не очень страшно. Ну-ка, погнали! Ой, вот ведь мерзость. Он даже без кожуры гадкий. Фу, ну и навоняла ты по всей комнате. Не страшно, я знаю, что с этим делать. Это освежитель воздуха, он нас спасет. О, и правда сработало, вот только Мэри все еще воняет. Чувствуешь? Да, воняет. Да, уж у нее во рту будто мусорное ведро. Но ничего страшного, освежитель и с этим должен справиться. И снова сработало, класс! О, точно, да! Правда, на вкус этот освежитель еще хуже чеснока. Чего не сделаешь ради вкусного запаха. Лили, теперь твоя очередь. Да? Вы уверены, что я должна? Видимо, да. Ну, попробуем. Смотри, какая гадость. Она ест весь чеснок сразу. Это же просто невозможно. Нет ничего невозможного. Я не могу на это смотреть. Вставай, она уже почти все доела. Да, я закончила. Это был настоящий ад. Кажется, сейчас ад ждет и вас. Фу, мы срочно должны закрыть источник мерзкого запаха. Точно, аквариум. Нет, выпустите меня, прошу, я задыхаюсь. Пару минут полежит и очнется, а мы наконец-то можем расслабиться. А у меня только одна баночка колы. Зато у меня их гораздо больше. Смотрите, они все даже в кадр не помещаются. У тебя больше? Не смеши. Ты вообще видела мою башню из банок колы? Завидуй молча, девочка. Да уж, Лили, конечно, не повезло тебе больше всех. Ну и что? Зато я могу первой выпить эту банку. Вкуснотища, осталось только с банкой разобраться. Готово, одним ударом. Круто. Но вообще-то гораздо круче, что пришла моя очередь пить колу. Для начала нужно открыть все баночки. Да уж, открываешь ты долго. Но так весело. Просто я хочу насладиться моментом открытия такой кучи банок.
Но можете не переживать, выпью все я довольно быстро, потому что у меня есть огромная трубочка с целой кучей концов. Это, кстати, мое собственное изобретение. Вот, посмотрите. Какая вкуснотища! Просто прелесть! Вот и все, и секунды не прошло. Вот это заряд! Гадость какая! Да ладно, тебе не злись. Лучше пей свою колу. Точно. Вот это действительно круто. Так, что-то я не поняла. Что в башне кола делает банка Пепси? Ей там не место. Эй, ты что творишь? Нас эта куча чуть не убила. Да я же не специально. Ладно, девочки, сейчас не время злиться. Самое время наслаждаться вкусом этой невероятной колы. Живот у тебя бесконечный, конечно. Как только в нем помещается столько газировки. Да я и сама не знаю, но что-то явно просится наружу. Ого! Да я просто сработала, как настоящий вентилятор. Круто! Мне понравилось. Так, гранаты я очень люблю. Особенно, когда их так много. Раз, два, три, в общем, много. А у меня всего один. Это несправедливо. Вы видели мою кучу гранатов? Да я за всю жизнь столько не съем. Так как у меня гранат всего один, я, пожалуй, первый буду его есть. Для начала нужно его разрезать. Только нас не трогай. Не переживайте, он мне нужен только для того, чтобы разрубить гранат. Теперь осталось придумать, как оттуда достать все эти зернышки. Что-то не получается. А, придумала. Нужен обычный пинцет. Попробуем. Так. Надо же, как вкусно. А еще руки не пачкаются. Слушайте, да, пинцет — это просто идеальный вариант. Нужно вытащить каждое зернышко. Давай быстрее, смотреть на это очень скучно. Ну, вам скучно, а мне очень весело. Особенно, когда я представляю, как буду это есть. Это невыносимо. Да ладно, не ругайтесь, я уже все. Теперь осталось только съесть все эти вкусные зернышки. Роскошно. Мэри, теперь твой черед. Как же вкусно. Ура, наконец-то. А как открывать гранат? Он такой тугой. Или просто ты очень слабая. Вот и неправда, ничего я не слабая. Я все эти гранаты голыми руками открыть могу. Ничего себе, вот это сила. Выглядишь ты, правда, довольно жутко. Зато вы даже не представляете, как мне вкусно. Просто волшебно. Ай, больно же. Ничего, потерпишь. Видела бы ты свои зубы, они такие же красные, как сам гранат. Хватит смеяться, лучше ешь. Точно, у меня же есть еще целая куча гранатов. Лили, дай-ка мне эту штуку, срочно. Какую штуку? Ну, Лили, не глупи, нож, мне нужен нож. Ну, ты бы сразу так и сказала, вот, держи. Спасибо, теперь я могу резать гранат. Почему ты режешь так странно гранат? Это же неудобно. Я знала, что вам захочется узнать, почему я режу именно так. Все из-за прибора, который я нашла недавно. Смотрите, какая громадина, а? Ого! На него нужно положить гранат, а вниз поставить стакан. Тогда можно получить вкусный гранатовый сок. У меня гранатов много, так что на стакан сока точно хватит. Я уверена, что это будет просто невероятно вкусно. Ты потратила столько гранатов на один стакан сока? Зато какого сока? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Очень вкусно. Ой, и очень кисло. Фу, но, как ни странно, мне такой нравится. Сейчас я за один раз выпью весь этот стакан, смотрите. Да ты сумасшедшая. Ничего подобного. Это просто очень вкусно и очень полезно. Где это мы? Кажется, самое время для челленджа.
Чур, я свой сейф открою первый. Он у меня улыбающийся. Ничего себе! Целая стопка ярких попытов! Вот это здорово! Здорово? Да не то слово! Самое время потыкать в них и немного успокоиться. Странно, а чего это они такие мягкие? И пахнут вкусно! Они мармеладные! Их так много! Я могу съесть их все сразу! Остановиться очень сложно. Уж больно они вкусные, эти ваши мармеладные попыты. Кажется, она все-таки остановилась. Наверное, специально для нас, чтобы мы попробовали. А ну-ка, это мое. Больно. Самое время узнать, что же ждет меня. Ну-ка. Кажется, это что-то мягкое. Ой, это же живые черви! Я не буду их есть! Не хочу! Они ползают! Все, не переживай! Они все улетели! Улетели? Да они все на мне! Помогите! Они хотят меня съесть! Думаю, тут поможет пылесос. Он мигом съест всех червяков. Даже тех, кто изображает усы на твоем лице. Это смешно выглядит, но я его сниму. Ой, что ж ты свои губы расставила? Мне же как-то нужно червяка засосать. Все, готово? Да уж, готово. Губы у Дианы тоже вполне готовы. Издеваешься, значит? Тогда почему бы тебе не попробовать на вкус всех этих прелестных червяков? Получай! Они во мне! Что же мне делать? Какая гадость! Ладно, тебе не кричи. Лучше посмотри, что там у тебя в сейфе. А ждет меня в сейфе. Какое-то зелье! Надеюсь, я не превращусь в лягушку или червяка. Странно, пока я вообще ничего не чувствую. Все так же, как и было до этого. Это странно. Ой, нет, что-то со мной происходит. Девочки, помогите! Кажется, это зелье уменьшения. Я теперь размером с вашу руку. Давай, я подниму тебя назад. Смотрите, какая милашка. Малюсечка, пупусечка. Ах, ты еще и кусаешься? Как же больно! Но ничего, я все равно разберусь с тобой, малявка. Будешь драться с настоящей змеей. Думаешь, я ее боюсь? Да я ее сразу в два счета уделаю. Интересно, кто же победит? Пока неизвестно, но я думаю, что червяк сильнее. Червяк? Да я его уже победила! Получай! Вот тебе! На! Надо же, и правда она победила! А вы как думали? Это был очень крутой бой! Узнали, какая я сильная? Да! На этот раз вкусняшка у меня, так что сейф я открою первый! Вот это да! Это же мой любимый коктейль с Марсом! Обожаю такие! Чего же я жду? Пора пить! Странно, почему он не льется? Дурацкая бутылка! Да, как можно не понимать? Слушай, давай я тебе покажу, как надо пить. Ты? Ну, на! Пошутила? Еще чего! Не дам я тебе коктейль, он мой! И без тебя попить смогу! Какая же ты жадная! Но ничего, я тебя проучу. Будешь знать, как с подругами не делиться. И что ты наделала? Теперь я вся мокрая. Хотя могла выпить всю бутылку. Я думала, что мы подруги. Все, хватит ныть. Пусть Диана открывает сейф. Что? Рыба? О, нет. Как хорошо, что она не наша. От нее воняет. Но ты все равно должна ее съесть. Таковы правила. И без тебя знаю. Сейчас попробую. Это ужасно. Нет, это выше моих сил. Так не пойдет. Я не буду ее есть.
Как это не будешь? Говорю, правила такие, так что давай. Ладно, уговорили. Нужно сделать это максимально быстро. Все, я закончила. Ай-яй, скелет-то мне зачем? Уберите его с меня! Хватит смеяться. Давай, Мэри, открывай свой сейф. Я с удовольствием. Это еще что такое? Какая-то конфетка Skittles? Я их, конечно, люблю, но почему так мало? На вкус вроде обычная. Просто классная конфетка. В общем-то, я довольна. Смотрите, да эти конфеты теперь растут на моем лице. И на руках. Как же это круто! И правда круто. А дашь попробовать? Конечно. Здорово. Смотрите, теперь я тоже вся в конфетках. Диана, хочешь? Нет уж, спасибо. Не буду я прыщи ваши есть. И снова первый сейф буду открывать я. Думаю, с этим все согласны. Вот это я понимаю подарок. Айфонов много не бывает. А какие же красивые фотографии на него получатся. Загляденье. Я тоже хочу. Дай мне пофоткаться. А ну уйди. И не порти мне снимки. Отдай. Он мой. Я хочу пофоткаться. Девочки, хватит ругаться. Отдайте его мне. Вы там пока решайте, чей он все-таки. А я поиграю. Да как ты посмела? Отдай его мне. Он мой. Вы что наделали? Мой новый телефон. Нет. Ой, кажется, теперь он не в лучшем состоянии. Все ты виновата. Вы что наделали? У меня теперь не айфон, а какое-то разбитое корыто. Пока ты миришься с этим, я открою свой сейф. Странно, но почему же он пустой? Давай же посмотрим, что там. О, нет, только не лягушка. Я их боюсь. Помогите мне. Уберите эту дрянь с моей головы. Фух, избавилась. Мне это животное тоже не нужно. Давай, прыгай отсюда. А мне-то за что? Жаба твоя, а я ее еще и есть должна. Ну уж нет. А что, если это заколдованный принц? Тогда я стану настоящей принцессой. Нужно это проверить. Okay. И как там принц? Что-то не превращается. Кажется, теперь мне пора посмотреть, что в моем сейфе. What? Ого, непонятная шляпа. Что же мне с ней делать? Понятия не имею. А что вот делать мне с лягушонком? Не хочу тебя расстраивать, но кажется, твой лягушонок теперь превратился в камень. Камень? Странно. А почему он коричневый? Ага, точно! Это же шоколад! Да не просто шоколад, а очень вкусный шоколад! Слушай, а может твоя шляпа с моим айфоном такое сотворить может? Давай узнаем. Сработало! Как же круто! Теперь у меня есть шоколадный айфон. К тому же, очень вкусный. Значит, шляпа не бесполезная. Но можно ли ее носить? Вроде все окей. Ого! У нас с тобой теперь есть шоколадная Мэри. Давай ей пальцы все съедим. Нет, мы не будем издеваться. Давай лучше просто снимем с нее шляпу. И она снова станет собой. Ну, давай попробуем. О, спасибо, вы меня спасли. Я уж думала, навсегда останусь шоколадной. На этот раз вкусняшка ждет меня. Надеюсь, там будет что-то мега вкусное. О, Нутелла. Обожаю ее. Хочу съесть всю банку. Вау. Ой, прости, Клариса. Крышка сама захотела сесть тебе прямо на голову. Это же не значит, что она теперь должна бить меня по лицу. Да ладно, не обижайтесь. Я просто одурманена предстоящей вкусняшкой. Уверена, Нутелла будет, как всегда, очень вкусной. Я тоже хочу.
хочешь, но не получишь. Это моя нутелла. И все-таки на носике капелька осталась. Круто! У тебя на носике, а у меня все руки в нутелле. Да уж мы видим, ты вся в ней. Кажется, теперь нужно залезть за ней поглубже. О нет, моя рука, она застряла. Обжора, есть надо меньше. Лучше бы не смеялись, а помогли мне. Давай, Клариса, помогай, тяни эту банку. Стараюсь. Давай, мы сможем, у нас получится. Давай, тяни. Ой, круто. У нас теперь куча нутеллы. Давай скорее все съедим. У меня все хорошо. За меня не переживайте, я жива. What? Вы что, все съели? Да как вам? О, еще шоколад. Можно прямо с руки его есть. Come on! Окей. Пока ты ешь, я узнаю, что ждет меня. Что-то вонючее. О нет, только не сыр. Прошу. К сожалению, это именно он. Я не хочу его есть. Пожалуйста, пощадите. Он ведь такой гадкий. Меньше слов, больше дела. Давай, кусай уже. Фу, гадость. Да уж, выглядит просто омерзительно. Так и есть. Я не могу это проглотить. Это слишком мерзко. Хотя... Окей. Вот и все прошло. Круто! Да, круто! Теперь узнаем, что же ждет меня. Кажется, нам пора. Предлагаю скорее узнать, что внутри. Полностью согласна. И это все? Одна печенька на нас троих? Да уж, маловато. Что будем делать? О, кажется, я знаю. Пришло время тянуть карточки. Ну вот, я даже ее не попробую. Не повезло. Если только не сделаю это быстро. Нет, ты не тронешь нашу печеньку. Теперь я тяну карточку. Я смогу ее откусить. Ну вот, значит, мне придется ее облизывать. А я так хотела поесть. Только мне сегодня повезло. Хотя у меня есть идея. Саманта, можно я буду первой? Валяй. Все равно ты не сможешь ее съесть. Может, я и не съем, но я слежу самое вкусное. Белую начинку. Что? Даже мне не оставила? Не переживай, специально для тебя я подготовила немного слюней. Вот, держи, приятного тебе аппетита. У меня, кстати, неплохие слюни. Какой кошмар, это же такая мерзость. Фу. Меня как будто собака в рот лизнула. Эй, а я-то тут при чем? Какая гадость. Пора открывать. Можно на этот раз я? Давайте посмотрим, что же там. Ой-ой, кажется, это кактус. Может быть, он шоколадный? Нужно проверить. Нет, не шоколадный. Больно, он настоящий. Какой ужас, это же игла! Я знаю, как могу тебе помочь. У меня как раз завалялась пара пластырей. Именно они тебе сейчас и нужны. Спасибо, Джек, ты настоящий джентльмен. Кажется, пришло время тянуть карточки. Ну вот, только не это. Ура, я выиграла, я не буду его трогать. Ой, мне придется его облизывать. А мне кусать, какой ужас! Да уж, не повезло. Особенно быть первой. Нет, я не буду первой. Нет, ты будешь. Как дети ссорятся. Это твое. Нет, твое. Хватит, уже достали. Может, решите вопрос проще на Цуефа? Это хорошая идея. Цуефа! Кажется, я выиграла. Так что, Джек, ты первым будешь лизать эту гадость. Так хотя бы честно. А, как же больно! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой, бедный Джек. Да ладно вам, это просто шутка. На самом деле язык не настоящий. Дурацкая шутка. А теперь ты должен лизнуть кактус по-настоящему. Точно. Ладно.
Я не буду рисковать. У меня есть идея, как сделать кактус совсем безобидным. Так он точно не будет колючим. Ай, аккуратнее! Все же прямо в нас летит. Я вся в иголках. Не ворчите. Зато я теперь могу спокойно облизать кактус. А Эмбер сможет его откусить. Так, я попробую. Я не при делах, но все равно вся в иголках. Фу, даже бритый кактус на вкус отвратительный. Фу, это очень гадко. Почему снова в меня? Причем тут я вообще? Ой-ой, это не я. Ку-ку. Это все она, Эмбер. Чем это так пахнет? Кажется, запах из-под крышки. Нужно узнать, что okay. Ой, этого я и боялся, это же рыба. Фу, гадость. Мерзкая рыба. Но карточки никто не отменял. Блин, придется ее лизать. Ура, я не делаю ничего, мне повезло. Это что такое было? А, неважно. Получается, мне придется ее кусать. Ну уж нет, я не согласна. Придется. Это сложнее, чем я думал. Мне страшно. Но я должен, я смогу. Еще минутку. Не будем мы ждать. Вот, я тебе помогу. То-то же, так и правда быстрее. Мерзость. Ты как ты посмела? Я тебя отомщу. Вот, ешь свою рыбу, кусай. Ты что сделал? Я не была готова. Меня сейчас тошнит. Фу, ну и вонь. Но это еще не все. У тебя целая половина рыбы. Отстань от меня. Ай, мне же больно. Зачем вы так? Ну что, открываем? Погнали! Ничего себе, какой огромный торт! Уже хочу его съесть! Но еще рано! Сначала карточки! Они уже наготове! Разбирайте! Круто! Я могу все облизать! Ура, я буду есть! Ну вот, а я ничего не смогу сделать! Хотя почему я должна страдать? Я тоже могу попробовать тортик. Ой, как же это вкусно! Так бы и ела этот торт вечно. А ну руки держи подальше. Это вовсе не твой торт. Жадины, могли бы и поделиться. Мне самому мало. Может, хватит? Вообще-то это и мой торт тоже. Как же вкусно! Хватит! Нужно делиться! What? Ты чего? О, тортик еще и на носу! Класс! Ты был прав! Торт просто шикарный! Эй, Саманта, может, ты и с нами поделишься? Еще чего захотели, это мой торт! Ни за что! Ах так! Тогда получай! Ты что наделал? Да я тебя сейчас... Ну все, ты у меня получишь. Зря ты так со мной. Эй! Не попала. Ты совсем обнаглела? По-моему, тебе даже идет. Интересно, что там внутри? Ой, кажется, это невкусно. Это просто ужасно! Какая же гадость! Кошмар! Ну вот, а я еще это ем! Ура! Повезло! А я что? Окей. Ладно, облизать его будет не так сложно, если зажать нос. Это и правда не так страшно. А если убрать прищепку вот так вот? Фу, какая мерзость! Верните мою защиту! Джек, теперь ты. О, нет! Я не смогу его съесть, это гадко! Но тебе придется.
Почему именно мне так не везет? Как же это невкусно! Наконец-то свежий воздух. И не говори, подруга. Рано радуетесь, что-то мне нехорошо. О нет, опять эта вонь! Помогите! Я падаю, спасите! Упс.